Добрый день, дорогие коллеги! Мы рады вас приветствовать на нашей секции в продолжении сегодняшнего дня и второго рабочего дня форума на круглом столе, посвященном возможностям и ограничениям, к сожалению, методов работы в детском паллиативе с детьми, семьями и с персоналом. У нас сегодня с вами колоссальная возможность, предоставленная Ассоциацией хосписной помощи, не только делать доклады, но и возможность обменяться мнениями мы по предыдущим докладчикам и желанию подискутировать, да, и побольше обменяться опытом. Уже чувствуем, как много к настоящему времени накопилось информации и знаний, которыми уже хочется делиться, да, обмениваться, уже вникать в детали. Ну, я рада представить тех, кто, может быть, еще слушателям и зрителям сегодня не объявлен. Алину Евгеньевну Хайн, медицинского психолога, заведующая отделения клинической психологии Центра Дмитрия Рогачева и психолога фонда «Подари жизнь». С нами сегодня Харькова Ольга Александровна, старший психолог Марфо-Мариинской обители Центра милосердия. Москва, с нами Косоногова Жанна Юрьевна. Она представляет Тюмень. Жанна Юрьевна – медицинский психолог, сотрудник службы паллиативной медицинской помощи «Верхний Бор». С нами сегодня Елизаветинский хоспис в составе и доктора, и психолога Черковой Ольги Юрьевны, врача-невролога, и психолога Исаевой Светланы Александровны. У вас сегодня совместный доклад, и вас сегодня двое в комнате, спасибо. Уже по парам представляемся, да, то есть число камер не соответствует числу участников нашего круглого стола в пользу. И, собственно говоря, я, ваш слуга, Клепинина Наталья Валерьевна, и у нас Виктория Владимировна Радченко еще с нами, да, вижу. Так, всех я представила, кто с нами, участников. Так, хорошо, никого не забыла. У нас некоторые ограничения по времени выступления в пользу того, чтобы у нас была возможность продолжить коммуникацию, позадавать друг другу вопросы, потому что нам кажется, что мы выходим, да, на новый какой-то уровень, да, и это очень интересно, становиться здесь совершенно невозможно. Открывает нашу секцию докладов на нашем столе Ольга Александровна Харькова с проблемами, с докладом про разнообразные формы психологического взаимодействия с семьями, подопечными выездной паллиативной службы Центра милосердия Марфо-Мариинской обители. Ольга Александровна, мы вас слушаем. Действительно, я хочу сегодня поговорить о разнообразии форм психологического взаимодействия с семьями. Наши ДВПС, ДВПС – это детская выездная паллиативная служба. Дальше я буду пользоваться именно этим сокращением, иначе как бы время моего выступления, если я буду произносить полностью, оно очень сильно возрастет. Сейчас, одну секундочку. Наша детская выездная паллиативная служба была организована 9 лет назад. Мы буквально на днях отмечали наш день рождения. И это один из проектов Марфо-Мариинской обители милосердия. И, понятное дело, в общем, все, что сегодня я буду вам рассказывать, это как бы итог нашей 9-летней работы, это наши споры, это там наши бессонные ночи. И даже вчера вот думала, может быть, нужно было как-то усилить название презентации, там, например, там, обязательное разнообразие форм, там, или необходимое разнообразие форм, и потом, думаю, я постараюсь интенционно сегодня проставить акценты. Итак, психологический отдел в нашей службе представлен 5 психологами, и мы являемся отдельной службой, имеющей право заключать договора с семьями, в том числе не находящимися под общим патронажем детской выездной службы. То есть это в основном семьи из регионов, с которыми происходит, ну, в первую очередь, дистанционное общение, дистанционная работа. Иногда семьи приезжают в Москву, и тогда мы можем там, ну, раз в год, например, повидаться. Но, в принципе, вся работа проходит дистанционно.
Итак, значит, в нашей команде 5 психологов, и мы считаем, что одному психологу или там, двум психологам практически невозможно охватить весь спектр проблем больного ребенка и его близкого окружения. Каждый психолог нашей службы, с одной стороны, взаимозаменяем, а с другой стороны, уникален. То есть, с одной стороны, все мы имеем единую образовательную и концептуальную базу, а с другой стороны, у каждого специалиста есть свои предпочтения, приоритеты, которые мы обязательно учитываем в то время, когда распределяем семьи по специалистам. И большое количество психологов обусловлено не только большой загруженностью отдела. Мы руководствуемся всегда принципами милосердия и стараемся никому не отказывать, как нам завещала Елизавета Федоровна, основательница обители милосердия. Вот. Но, как бы, опять же, большое количество психологов является еще и следствием нашего глубокого убеждения, что в паллиативе, как ни в одной другой медицинской специальности, необходимо максимальное психологическое разнообразие, и эта задача решается в том числе количеством психологов, так как задачи-то у нас единые, но, опять повторяю, все мы разные, все мы уникальные, и эту уникальность активно используем. Ну, плюс ко всему, конечно же, мы должны учитывать территориальный фактор. Москва большая, и ездить в разные концы непродуктивно. Легче приехать к одному-двум ребенку, детям, которые находятся в одном месте, проживают, да, рядышком, чем ездить из одного конца Москвы в другой. Итак, сегодня, значит, хочу поговорить о разнообразии форм психологического взаимодействия. Зачем это разнообразие необходимо? Это пересекаться будет с ролью психолога в команде ДВПС. И небольшие слайды, которые будут проходить, значит, периодически во время моего выступления, это как раз как реализуется наша работа по разнообразию. Что хочу сказать? Ну, в первую очередь о роли психолога, или, как мы это называем, разнообразие функционально-прикладных форм работы. Роль психолога – это некоторый такой айсберг, да, и мы в основном наблюдаем вершину этого айсберга, когда заключаем договор. Там вот по функционалу в основном прописаны роль психотерапевта, то есть консультации, психотерапевтические какие-то там беседы, и роль педагога, педагога-психолога, который занимается коррекционно-развивающей работой. Но на самом деле вот мы считаем, что основная, конечно, функция и роль психолога в нашей команде – это роль коммуникатора, как специалиста, по возможности обеспечивающего здоровый контакт как внутри подопечной семьи, так и самой семьи с командой ДВПС. Психолог профессионально создает среду, в которой доверительные отношения могут зародиться и развиться, но это не значит, что вся нагрузка, связанная с установлением отношений в семье, ложится только на плечи психологов. Вся команда должна учиться правильно выстраивать отношения с семьей. И высокий уровень психологизации работы ДВПС обеспечивается не только присутствием нескольких психологов в команде и возможностью консультироваться с ними по вопросам работы с семьями, но также дополнительной подготовкой, обучением всей нашей команды в области психологии. То есть это лекции, это тренинги, это приглашение сторонних специалистов, это супервизии. И таким образом реализуется часть просветительской роли психолога. Вторая часть этой роли реализуется через информирование родителей. Понятное дело, что информирование, плюс ко всему, это еще снижение уровня тревоги, это и установление контакта с реальностью, социализация и образование. Таким образом, если психолог держит в голове, что у него не две, а четыре роли, да, и он не просто чем-то там странным таким занимается, да, то, конечно же, это будет способствовать как бы упрочению своего положения в команде и профилактике профессионального выгорания. Для чего необходимо разнообразие нашей психологической деятельности? Мы ставим перед собой несколько целей. Это соблюдение клиент-центрированности, и таким образом у нас очень много детей. Если каждому подходить индивидуально, а не по шаблону, то мы должны учитывать работу и по возрастам, и по различным нозологиям, да, в зависимости от состояния ребенка, и по целевым группам. Есть еще такой очень важный момент, который называется возможность выбора и замены. Мы никогда не навязываем психологическую работу, да? Мы не считаем, что
работа психолога должна пройти в комплексе там, вместе там, значит, там, с питанием, с врачом, с инструктором ЛФК. Вот. Когда семья обращается в нашу службу, ну, сейчас чаще запрашивают психолога, прям вот психолога-психолога. А обычно все-таки семья придерживается несколько иных задач и запросов. И мы не можем навязать себя, причинить добро. Мы просто выезжаем. Обычно там один-два, ну, один это я, да, как старший психолог, а кто-нибудь со мной еще обязательно выезжает в семью. И мы с семьей знакомимся, мы рассказываем о себе и предлагаем различные варианты взаимодействия с ребенком, с сиблингами, с родителями. Мы смотрим на семью, семья смотрит на нас. Иногда бывает, что сначала один психолог подключается, потом следующий психолог может подключиться. Психологи могут меняться. Семья выбирает. Да? Нас немного, но, в общем-то, в обычной-то жизни, если человеку нужен психолог, он имеет возможность выбора. Мы тоже такую возможность предоставляем в наших реалиях. И, опять же, семья не должна волноваться, что, например, ее психолог уходит в отпуск, и что же будет с ней там, летом или зимой. Да? Точно так же, как психолог, который уходит в отпуск, не должен волноваться, что семья остается без присмотра. То есть у нас такой многоуровневый и разнообразный подход, и семья всегда охвачена той или иной формой психологической заботы. Давайте так скажем. Еще очень важный момент, который называется вот обеспечение баланса консерватизм-новизна. Как раз вот где-то год назад вышла заметка Олега Кагарлицкого, это врач-невролог, инструктор ЛФК, кинезотерапевт, нейропсихолог, специалист, который занимается много с особенными детками. И заметка была такая достаточно грустная, она называлась «Почему разваливаются паллиативные группы?». И в частности он указал на такой момент, что когда мы работаем с низкофункциональными детьми, то такая работа требует отдельной такой важной доли консерватизма, да, потому что занятия с такими детьми, они, в общем-то, это череда различного рода стимуляций, тактильных, звуковых, слуховых, это сенсомоторные упражнения, и так из раза в раз, из года в год. И если при работе со здоровыми детьми повторению отводится минимальное количество времени, а все относительно, а все остальное это новый материал, то при работе с тяжелым ребенком пропорция между повторением и новизной составляет 90-10%, иногда там 95-5%. И только ригидный специалист может спокойно пережить вот такое постоянное повторение. И в конце концов возникает опасность, что сформируется команда ригидных консерваторов, которые сопротивляются новизне, пассивно или активно. Как бы это не хорошо и не плохо, но это пока такой человек не имеет доступа к управлению. Если они внутри, такие ригидные сотрудники, внутри команды, это хорошие исполнители, но как только они начинают управлять, их неповоротливость начинает вычищать спонтанные и экспериментальные формы. И справиться с консерватизмом можно лишь высоким уровнем креативности команды, любовью к новизне, экспериментированию и периодической смены психолога в семье или подключением нового психолога к работе. Таким образом, высокая вариативность форм взаимодействия с семьей паллиативного ребенка не только обеспечит индивидуальный подход к каждому маленькому пациенту, не только даст возможность родителям найти своего психолога и получить профессиональную помощь, но и сохранит команду от профессионального выгорания, профессиональной несостоятельности, вызванной консерватизмом и сопротивлением всему новому. Как мы все это реализуем? Основное, это, понятное дело, это целевые группы. Чем больше целевых групп, тем получается больше возможность для разворачивания нашей разнообразной деятельности. Мы работаем как с командой, так и с семьей. Основное внимание все равно мы, конечно, оказываем семье, и внутри семьи у нас получается максимум три целевые группы. Это сам паллиативный ребенок, сиблинги, родители или ухаживающие взрослые. И обычно в самом начале работы основное внимание, конечно же, оказывается ребенку. Дальше, если все интересно, к работе подключаются сиблинги. Родители, которые наблюдают за этим взаимодействием, как-то проникаются всей этой интересной работой и тоже включаются в некоторое действие.
И тогда в какой-то момент может произойти такая вещь, как переключение, то есть нужно либо подключать еще одного психолога, либо основное внимание уделять работе с родителями, иногда меняется распорядок, иногда родители звонят по телефону, иногда родители начинают запрашивать какие-то отдельные формы работы, отдельные консультации. Таким образом, с семьей у нас происходят вот такие вот различные формы взаимодействия: очные, дистанционные, индивидуальные, групповые. Групповая работа может быть как в семье, и там могут создаваться мини-группы: ребенок-сиблинг, ребенок-родитель, сиблинг-родитель и так далее. Так и в социуме это могут быть мини-группы, это большие группы. Вот, например, вчера одна из турбаз нам предложила отдых. И мои девчонки просто вот спонтанно обзвонили такие вот веселые семьи, которые за любой кипиш, там, кроме войны и голодовки. Завтра они выезжают на 4 дня с инструктором ЛФК, с врачами, да, просто побыть последние хорошие деньки на природе. Это вот, да, это вот эта вот спонтанность. Я сама иногда чувствую себя очень ригидным специалистом, находящимся в управлении, потому что я сказала: девчонки, все сами, я с вами не еду. Вот. Как мы все, значит, вот это небольшие наши занятия, это могут быть занятия дома, занятия вне дома, да, вот, и даже с выездами за 100 километров от Москвы. Если мы говорим про индивидуальную работу, это может быть и диагностическая работа, и консультативная деятельность, и психокоррекционная работа, которые, конечно, могут быть предоставлены любому члену семьи, ну, по запросу, и мы подберем материал под каждого. Психокоррекционная работа, в которую могут быть включены и сиблинги, да, ну, опять же, и родители могут подключиться, если это будет интересно, она у нас делится на 4 больших блока. Основная – это сенсомоторная и тактильная стимуляция, да, это у нас развитие корецевых психических функций, мы можем подхватить альтернативную коммуникацию, это огромный раздел, это продуктивная деятельность, основное, ну, чем любят заниматься дети, это кулинария, флористика, это такой совсем прикладной вариант, дома, в группе, на выездах. И, конечно же, развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы – это коррекционно-развивающие занятия как с сиблингами, так и с самими детишками, если позволяет их интеллектуальный там уровень. Ну и, конечно, это консультации родителям. Ну, таким образом, мы считаем, что творческое разнообразие необходимо, причем оно вытекает из самой сути работы психолога с семьями, имеющими паллиативного ребенка. Многообразие форм удовлетворяет решению большого количества профессиональных задач психолога, психологизация работы коллектива, клиент-центрированность, баланс консерватизм-новизна, креативность и максимальное достижение поставленной цели. И осознавание психологом себя в различных ролях, профилактика выгорания, укрепление профессиональной идентичности. Вот такие выводы мы сделали на основании нашего многолетнего опыта работы. Ольга Александровна, спасибо. Вы нас тоже, мне кажется, заряжаете креативной энергией и, да, показываете, как это здорово, ваши акценты, мне кажется, вот, очень мы чувствуем. У меня, ну, так как у нас, да, формат такой экспресс, давайте, наверное, может быть, каждому, да, докладчику и по несколько экспресс-вопросов. Я понимаю, что на самом деле 5 человек на достаточно большую вашу когорту подопечных, это на самом деле очень мало, тем более с учетом, что каждый, да, и, как я поняла, специалист включен сразу в несколько активностей и сопровождает, конечно же, не одного ребенка. У меня в связи с этим вопрос и еще, да, что, в общем, совершенно уникально, но на самом деле сложная организационная для меня проблема. Хочу узнать вас, как вы ее решаете. Распределение нагрузки кадров, да, если у семьи еще есть возможность выбора, то это означает, что кто-то из специалистов, ну, попадает, в общем-то, скажем так, под удар немного чаще. А как вы решаете это кадрово? Расскажите, пожалуйста. Мы будем использовать ваши идеи.
Ну, идея такая, все-таки, смотрите, мы частное учреждение, да, здравоохранения, мы, и у нас прекрасный главврач Ксения Владимировна, которая очень гибко относится к нашей нагрузке, и она может директивно сказать: мне кажется, ты давно не была в отпуске, вот. Отпуск наше все, и мы стараемся все-таки раз в 3 месяца хотя бы неделю отдыхать, в общем-то, ну, кроме того, что у каждого есть еще предпочтение там по поводу больших отпусков, да, в общем-то, и если человек устает, мы ему даем, как раз за счет того, что есть взаимозаменяемость, то мы можем дать человеку отдохнуть. Нагрузки много, нагрузка, опять же, мы выездные, у кого-то нагрузки больше, я имею в виду молодежь, да, которая вот готова там сорваться за 100 километров, уехать буквально завтра с шашлыками и с врачами, вот, молодежь больше ездит там. Я больше разговариваю по телефону. У нас есть договор с фондом семьи СМА, мы взяли под опеку их региональных детей, и, ну, то есть можно сделать 2 визита в день, а можно сделать там полноценных там 5 консультаций, не выезжая. Это так, тоже такой вот важный момент. Мы можем подхватить действительно друг друга, когда 2 человека приезжают в семью. Может, наоборот, 1 человек в какой-то момент позаниматься. Семьи мы мониторим регулярно, но при этом есть интенсивные курсы раз в год, когда, ну, действительно, каждую неделю приезжаем, что-то делаем. А есть вариант, когда мы всем даем немножечко передохнуть и говорим: ребят, ну, мы на связи. Если вдруг что-то, какой-то форс-мажор, то, конечно же, у вас есть наши телефоны. Этот форс-мажор у нас был, сами знаете, по всей стране ковидный, да. Вот тогда было очень тяжело. Мы работали, ну, практически как горячая линия. Нас вспомнили все, кто когда-то к нам обращался. Вот. Нам потом дали отдохнуть. Mm-hmm. Вот. То есть, ну, у нас мягко, гибко все это решается. Спасибо, да. Дорогие коллеги, экспресс-вопрос к Ольге Александровне. У меня тогда короткий вопрос тоже, если позволите. Разнообразие необходимо, и разные потребности у части семей, и возможность разным психологам, семьей заниматься, это прекрасно, что она у вас есть, но я вот тоже, у меня вопрос такой организационный, такой скорее про внутри команды. Как тогда вы... Какую вы систему обмена какой-то информацией внутри вашей команды психологической выбрали? И как вы тогда вот как-то работаете, чтобы это, эти разные формы активности, эти разные специалисты, которые работают с семьей, помогают семье, делали это согласованно? Потому что здесь, да, особенно когда большая нагрузка, да, вот чем более это продумано, сделано, да, тем легче специалистам, может быть, здесь тоже поделитесь своим опытом. Я, на самом деле, наверное, нужно вот такой момент сказать. У нас, конечно, под опекой психологической, вот за прошлый год мы по гранту отчитывались, было 110 семей, и тогда нас было 4. Мы так взяли вот буквально сейчас 5-го специалиста. Но в Москве у нас 50 семей, да, то есть выезды у нас где-то 45 семей идет. Сейчас мы набираем активно новеньких, остальные по телефону. Как все это решается? Ну, у нас есть общая планерка, которая сейчас вот проходит дистанционно раз в неделю. Это когда врачи, инструктора ЛФК, там, все медсестры, мы подключаемся, и каждый вторник с утра мы обсуждаем всех детей и решаем, кому что нужно, кому что нельзя, потому что, ну, действительно... Ой, а давайте психолог поедет и маме это скажет, да? Ну, это стандартная, наверное, история во всех паллиативных отделениях. А потом у нас есть наши собственные планерки. Вчера мы, например, просто собирались, ну, решили наконец повидаться, да, и собрались все вместе в Марфо-Мариинской обители. Вот в результате все это вырос в спонтанный летний лагерь, которого у нас в этом году не было. Вот, уедут они завтра, поэтому наши встречи, они иногда чреваты. Вот. А так, ну, пожалуйста, ну, мы это делаем по WhatsApp, по видеосвязи, и девчонки отчитываются, они мне звонят.
у нас есть такая форма, да, то есть они мне звонят, они со мной советуются, у нас есть вариант супервизии. Вот, если у них есть сложности, то в первую очередь они докладывают это мне, и вот вчера мы как раз обсуждали все моменты, и такой у нас был мозговой штурм, что делать вот с этой вот семьей, потому что у меня то-то, 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 а что делать с этой вот семьей, да, то-то, 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 да, то есть это вот опять же про некоторую нашу гибкость, да, вот, надо, собрались, обсудили, и опять я знаю, кто на что способен, да, опять же, да, кто из специалистов что предпочитает, да, и семьи, их надо в какой-то момент, то есть у нас же, у нас не острый паллиатив, да, в общем-то, у нас тот самый долгий, хронический, годами, с, возможно, ну, с неожиданными ухудшениями, там, с неожиданными смертями, но тем не менее все это долго, и в таком случае вот есть возможность там активного взаимодействия с семьей, потом чуть-чуть отпустить. И мы, в принципе, стараемся сделать так, чтобы семья все-таки стала адаптивной и самостоятельной. И если вначале мы ее сильно там подхватываем, и сразу действительно много специалистов, мы что-то показываем, и семье демонстрируем разнообразные формы работы, то в конце они сами уже понимают, что им нужно, и они сами начинают запрашивать. Кому-то нужно поиграть с ребенком, а кому-то надо поговорить. И поговорить уже, кстати, можно по телефону, можно не приезжать, да, в общем-то, если контакт налажен. То есть вот мы вчера просто там, ну, вчера вспоминали, я поздравляла ребенка с днем рождения, мы вспоминали, что мы 6 лет уже этого ребенка я веду. Приезжать им сейчас страшно, вдруг там ковид. Да, но мы с мамой вчера прекрасно все обсудили, и как они отдыхают, и как они занимаются. Да, это можно сделать по телефону. Да. Вот, да, Ольга Александровна, спасибо за кредо про гибкость и креатив. Это действительно очень помогает.